На связи со студией это Тамила Ташева, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Тамила. Вот мобилизацию в России уже сравнивают, знаете, с этническими чистками. Война, которую развязал Путин, вот, может поставить на грань выживания просто на генетическом уровне многие народности, населяющие Российскую Федерацию. Но это касается и Дагестана, и Бурятии, и многих других регионов. Но ведь и на временно оккупированных территориях, например, в Крыму, ситуация это не лучше. В прошлом веке Сталин осуществлял геноцид крымско-татарского народа, выселяя их с родной земли. Сегодня этим занимается Путин, отправляя людей на войну. Так вот президент Украины Владимир Зеленский заявил о сознательной попытке уничтожить крымско-татарскую нацию. Вот эти два сценария двух диктаторов, Сталина и Путина, они вроде бы как разные, но зловещая цель-то у них одна. К большому сожалению, однозначно могу согласиться с этим, так как крымских татар пытались уничтожить как этническую сообщество, да, на территории полуострова столетиями. Это и была первая аннексия Крыма в 1783 году, которая Екатерины II была осуществлена. Да. Потом этот процесс колонизации был завершен в 1944 году, когда всех крымских татар депортировали. Потом мы видели ситуацию уже после украинской независимости, собственно, в 2014 году, когда была оккупирована территория, и такие же методы использовались, как и в сталинское время, и сейчас используются. Это фактически преследования, базированные по этническому признаку. То, что мы видим сейчас на территории Российской Федерации, действительно, большинство участников так называемой специальной военной операции, войны против Украины, используются жители так называемых национальных республик на территории Крымского полуострова, который сейчас контролируется временно страной-оккупантом, действительно в большинстве отправляют крымских татар на войну. Я бы сказала, даже не отправляют, а пытались стабилизировать крымских татар на войну, раздавая им, собственно, данные повестки, устраивая облавы в пунктах, где крымские татары проживают, в населенных пунктах, раздавая эти так называемые повестки. Количество точное людей, которые из числа крымских татар сейчас уже отправлены на войну, в том числе в Херсонскую область, мы не можем пока говорить. Но то, что мы видели с раздачей этих повесток, то да, упор делался действительно на крымских татар и фактически преследование такое путем мобилизации относительно крымско-татарского народа. А вот была информация, что военкомы получили указ отправлять крымских татар именно в самые горячие точки. Она подтверждается, эта информация? Ну, точно подтвердить я не могу. Нужно будет смотреть в дальнейшем, когда будут люди отправлены с территории полуострова в различные регионы Украины, где ведутся боевые действия, да, потом мы уже будем смотреть и по потерям среди крымско-татарского населения. Но важно сказать, что это является военным преступлением. Согласно международному гуманитарному праву, страна-оккупант не имеет права отправлять население на оккупированной территории воевать против своего государства. Это военное преступление, мы его так и рассматриваем. И, конечно же, это большой удар по генофонду крымско-татарскому, который еще не успел восстановиться после всех столетий уничтожения целенаправленного определенной этнической группы и, собственно, после депортации 44-го года. Поэтому это большой будет удар по крымским татарам и в том числе и выезды с территории полуострова, потому что крымские татары сейчас массово покидают территорию Крымского полуострова, хотя на протяжении 8 лет держались за свою землю, потому что очень такой сентимент относительно территории проживания в своем родном регионе у крымских татар есть, потому что сложный был путь возвращения после депортации в конце 80-х годов и начале украинской независимости. Но вот сейчас в связи с этой мобилизацией, нежеланием воевать на стороне врага Российской Федерации, крымские татары выезжают массово с территории полуострова. Но ведь, наверное, это очень сложно все равно сделать, да? У них ведь только один путь практически через Крымский мост, этот незаконно построенный. Люди, получается, просто, ну, заперты на полуострове и деваться некуда.
Вот Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымско-татарского народа, говорит еще о том, что крымских татар неохотно пускают в другие страны, даже если им удается выехать с полуострова. Например, вот по его словам, в Грузию по формальным причинам не пропускают десятки семей с детьми. А на российско-казахской границе вот будто бы за переход требуют от 2000 долларов. Вот можно как-то это прокомментировать? Есть такие факты? Ну, в первую очередь, такие вопросы должны комментировать Министерство иностранных дел, потому что это их мандат, да. Но что важно отметить, что наши граждане выезжают далеко не с полным пакетом документов, да, и с одной стороны это абсолютно оправдано, потому что люди 8 лет живут в оккупации, ну, уже больше 8 лет, да, и, соответственно, достаточно сложная процедура получения всех документов, соответственно, люди выезжают с теми документами, с какими они могут выехать. Кроме этого, Российская Федерация выпускает по заграничным документам с территории Российской Федерации. Там ряд стран опускают по внутренним документам. Это в том числе Казахстан, это Узбекистан, Азербайджан и так далее. Соответственно, люди, насколько мы понимаем, их не пропускают, потому что у них не полный пакет документов. Это можно, конечно же, сослаться на формальные причины и говорить о том, что нам необходимо защитить наших граждан украинских, но мы также понимаем страны, которые не пропускают в связи с недостаточным количеством документов. Сейчас идет коммуникация со стороны Министерства иностранных дел Украины с нашими международными партнерами, в том числе там, где наиболее проблематично является проехать на территорию данных государств. Мы надеемся все-таки, что в этой коммуникации будет достигнут какой-то баланс, потому что мы понимаем, что по российским документам тоже не могут европейские страны пропускать, да, потому что они к российским гражданам, собственно, так и относятся. Крымчане не являются российскими гражданами, но когда они дают идентифицирующий документ российского образца, то, соответственно, пограничники этого государства воспринимают их не как украинских граждан, а как российских граждан, соответственно, не хотят иногда пропускать. Да? Поэтому здесь очень важна коммуникация с нашей стороны. Мы сейчас пытаемся эту работу, эту коммуникацию осуществить, что мы сможем в рабочем порядке данные вопросы решать. Сейчас действительно все решается в таком ручном режиме очень часто, и мы как представительство многих сопровождаем, и большой наплыв таких коммуникаций и работы и на консульские наши установы сейчас происходит и на Меджлис крымских татар, поэтому да, людям также необходимо запастись терпением, потому что ну, ситуация непростая, и с одной из сторон я понимаю, почему это именно так. Ну вот издание «Крым Реалии» приводит жуткий пример мобилизации. В Феодосии пришла повестка 41-летнему мужчине, который ухаживал за тяжело больной матерью. Она была прикована к постели. И вот в военкомате на его доводы, что он единственный сын, ему сказали, что это вообще не причина и не проблема, и что его мать просто отправят в дом престарелых. Это единичный случай в Крыму или это массовое явление? К сожалению, не единичная, потому что нет как таковых так называемых категорий, которые должны мобилизировать в первую очередь. Оккупационные администрации заявляли, что мобилизировать они будут только тех, кто был в резерве, кто имеет боевой опыт и так далее. По факту происходит все совершенно иначе. Фактически эта мобилизация выглядела как такая безымянная такая раздача этих повесток, когда человека останавливают прямо на улице в населенном пункте, либо на рынке, спрашивают его имя, записывают в повестку, отдают ее человеку и говорят, чтобы он явился в военкомат. Соответственно, да, нет никаких критериев и так называемых списков, которые должны подлежать такой первоочередной мобилизации. Поэтому, конечно же, под этот каток мобилизационный попадают различные люди, в том числе, которые не должны были бы попадать. Да, это граничный возраст, там, 60 лет. Это в том числе были молодые люди, которым раздавали повестки младше 25 лет и так далее. Поэтому, да, это проблема,
и это повсеместная проблема. Мы также имеем заявления от наших граждан, которые к нам обращаются, сообщают информацию. И таких случаев очень много, когда с хроническими болезнями людей пытаются отправить, и представители военкоматов, военкомы не сильно берут во внимание данный вопрос. Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя мобилизацию на территории оккупированного Крыма называет военным преступлением. И всем, кто не может покинуть территорию полуострова, всем, кто был насильно мобилизован, рекомендует ни в коем случае не совершать преступлений и при первой возможности сдаваться в плен. Вот сделать это лучше всего, предварительно позвонив на горячую линию прокуратуры автономии. Это телефон, вот вы сейчас видите на экране. Также по этому номеру можно обратиться через один из мессенджеров. Telegram, Viber, WhatsApp и Signal. Еще можно написать и на электронную почту, если будет такая возможность. Важно, что звонить или писать могут не только те, кого уже призвали, но и те, кто только получил повестку или их родственники. Я правильно понимаю? Я за прокуратуру не могу, конечно же, комментировать, но да, это очень важная работа по документированию данного военного преступления, которое осуществляет Российская Федерация. Я еще раз повторюсь, что это нарушение норм международного гуманитарного права и Женевских конвенций. Не имеет права Российская Федерация призывать наше украинское население на оккупированной территории в состав своих вооруженных сил Украины. Очень важно разъяснять права наших граждан, а ключевое, что мы можем рекомендовать, это, конечно же, не появляться в военкоматах, даже если вам эту повестку вручили, для того, чтобы вы не были отправлены на войну. Да, результаты этой мобилизационной кампании мы еще, конечно же, в ближайшие дни увидим, пока мы понимаем, да, что ряд людей действительно уже отправили, проходят сборы, так называемые, где проходят обучение наших граждан, либо тех граждан, которые незаконно проживают на территории Крыма, российских граждан. Насколько нам известно, дается на обучение несколько дней фактически, но на самом деле ключевое — это не попасть на войну, а если вы уже и попали и отправлены на территорию украинского государства, да, универсальных способов сдаться в плен нет, поэтому вы уже должны действовать по обстоятельствам, смотреть, каким образом это сделать, потому что ближних боев у нас сейчас нет для того, чтобы можно было каким-то образом перебежать, да, на украинскую сторону. Но вы уже должны как-то ориентироваться на месте и действительно не выполнять незаконных указаний, не осуществлять военных преступлений, не обстреливать гражданские объекты, людей не убивать и так далее. Потому что из жертвы, которой вы являетесь, потому что это незаконные действия оккупационных властей, жертва мобилизации, жертва военных преступлений, не превращайтесь, пожалуйста, в тех нарушителей, которыми можете стать, если будете убивать людей на территории украинского государства. Но если не знают, как сдаться в плен, то вот можно позвонить по тем телефонам, которые мы показали, и там, я думаю, что людям подскажут, как это сделать правильно. Вот снова мы видим эти телефоны на экране, поэтому если ваших родственников призвали, или вы сейчас находитесь где-то в этих центрах комплектации, можете позвонить и получить инструкции, как вам действовать, если вы попадете действительно на фронт. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что с нами на связи была Тамила Ташева, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Спасибо вам большое.